Сейчас я заканчиваю работу в новом фильме, который снимается в объединении писатель на Мосфильме. Фильм называется «Золото» по роману Бориса Полевого. Снимает картину режиссер Вячич Бережных. В этом фильме я играю не главную роль, одну из, ну, как бы сказать, из второстепенных, что ли, ролей. И играю там Матрёну Ильиничну Доярку. Ну, это, конечно, происходит все военное время, и моя Матрёна, для которой чувство долга перед Родиной превыше всего. И она помогает главной героине фильма Муси доставить ценности, которые оказались в оккупированном городе, до партизан, естественно, через очень большие препятствия и трудности. Вторая моя работа тоже на Мосфильме. Снимает фильм Геннадий Иванович Полока. Фильм называется «Один из нас».